Решили провести субботник с детьми, облагородить, так сказать, территорию. Ну и перед проведением субботника решили осмотреть территорию, просто объем работ какой, посмотреть, что делать вообще. При обследовании территории заметили предмет, похожий на гранату, то есть корпус гранаты. Подойдя поближе, посмотрели, да, действительно, это граната F1 с маркировкой. 84 патрона калибра 5,45 к автомату Калашникова. Мы оцепили территорию на безопасное расстояние, чтобы не подходили дети, люди. И была вызвана следственно-оперативная группа, а также взрывотехническая служба.